Средневековые рыцари снова схлестнулись в бою под Воркутой. Фестиваль исторической реконструкции прошел на этот раз в статусе межрегионального. Помимо клубов «Северная звезда», земля и Заполярье, и цитадель из Ухты, к празднику присоединились команды с Ямала. Всего порядка 30 участников. Организацию построили по принципу живой истории. Зрители и участники могли много интересного узнать о жизни славян и военно-монашеских орденах, посетить исторические лагеря, на полевой кухне, даже приготовили обед по древним рецептам. Но больше впечатлили, конечно, сами бои, и индивидуальные, и массовые. Их организаторы постарались сделать максимально реалистичными. Для тех, кто выйти на поле брани не рискнул, были организованы площадки со средневековыми забавами, например, лучным тиром. Самые маленькие попробовали себя в спортивном мечевом бое с мягким оружием.